Марка Рено раскрыла подробности о новых модификациях заряженного хэтчбека Clio RS, получивших название Cup, Rally и RX. Первая версия модели предназначена для кольцевых гонок, а вторая и третья выдержат заезды и по гравию. Причем представленные модификации можно конвертировать одну в другую. Под капотом автомобилей разместился турбомотор 1.3, тот самый, что разработан совместно с Daimler и ставится сейчас на множество моделей Renault и Mercedes. На гоночных Clio он оснащен турбокомпрессором Garrett, а отдачу можно настраивать под конкретный регламент. В пару к мотору идет секвентальная коробка передач SADEV. Подвеска у спортивных версий такая же, как и у стандартного Clio RS Line. Стойки Макферсона спереди и полузависимая балка сзади. Однако, в отличие от дорожного хэтчбека, Clio Cup, Clio Rally и Clio RX получили амортизаторы Boss Suspension и новые пружины. Заряженный мини John Cooper Works в двух предыдущих поколениях уже выпускался в ограниченных сериях GP, которые отличались аэродинамикой и настройками шасси. Уготована такая версия и новому мини. Обклеенный камуфляжной пленкой прототип проехал северную петлю Нюрбургринга быстрее, чем за 8 минут, но испытания продолжаются. Автомобилю в предыдущей генерации на это потребовалось 8 минут 23 секунды. Точная отдача двигателя неизвестна, вероятно, под капотом окажется тот же 2-литровый турбомотор на 306 лошадиных сил, который уже поставлен под капоты заряженных клабманов и контримена. На рынок новый GP выйдет в следующем году. Известен и тираж модели — ровно 3000 экземпляров.